Так, друзья, сейчас хотим купить билеты на автобус. Тут разные какие-то цены, непонятно. Что говорит? Все равно тут можно. А, на автобусе можно купить, да? Они все на английском говорят. Может, у них нету вообще местного языка? Язык национальный. Даже смотреть не будет. Может быть, кстати. Так, пьем чайку. В общем, пока цена неизвестна. Посмотрим. Если бы этот водитель свой автобус бы выключил, здесь бы очень хороший запах стоял. А то бензином, а он едет, да? Первые минуты на Мальте. Погода здесь хорошая, но нельзя сказать, что жарко. Слегонца дует ветерок. Это не наш, да. Сейчас наша задача с этого аэропорта, прибыли вот в аэропорт, добраться до города. Город, правда, не знаю, как называется. Как называется город? Сан-Джулиос. Сан-Джулиос? Сан-Джулиенс называется у нас город. Посмотрим, что за городок такой. Сейчас пока пьем. Пока пьем чаечек. Вот, с собой с термоси. Так, давай шоколадку. Также есть у нас шоколадка вот такая. Хорошая. С орехами. Вот такая вот. А? Еще один. В общем, друзья, буду экономить батарею. Сейчас автобус подъедет. Покажу, что почем. Смотрите Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, Солнечную Калифорнию.